Но поскольку нет никого в форме, я ж поэтому продаю, да я продолжаю задавать вопрос, чтобы вы понимали, в чем суть. Не из органов. Ясно. Хорошо. Скажите, а вы тоже не из органов? Нет. Вот точно не из органов. А скажите, а на суде у Лебедьки вы что делали в качестве, ну, в милицейской форме? Вы, наверное, с советского РОВД, нет? Не знаю. Точно не из органов, да? Ага, хорошо. Если надо кому-то обратиться, то нет. Здравствуйте. Я наблюдатель Белорусского общественного комитета. Скажите, пожалуйста, можно узнать, вот, кто охраняет сейчас данное массовое мероприятие? Надо охранять. Ну, вообще-то, по международным стандартам, любое массовое мероприятие надо охранять. Скажите, а вы из органов или нет? Нет. То есть вы просто здесь находитесь и гуляете? Угу. Спасибо. А скажите, а кому можно обратиться, уточнить, сколько здесь там, сотрудников? На лавочках. На лавочках кто? У нас те молодые люди отправили к вам уточнить у вас, сколько ничего сотрудников, не ничего не знаете. А вы не с милиции? Нет. Вы просто, да, стоите здесь? Ага, хорошо. Остальные. Ну, понятно, спасибо. Наблюдателя Белорусского общественного комитета, скажите, пожалуйста, можете ответить на такой вопрос, сколько сотрудников милиции охраняет данное массовое мероприятие? Я бы вам тоже хотел задать такой вопрос. А, то есть вы не сотрудники, вы просто с рациями стоите вот так, да? А вы? А мы вот наблюдатели Белорусского общественного комитета. Так уточняйте, посмотрите, если видите здесь сотрудников милиции, посмотрите. То есть вы не являетесь сотрудником милиции? Сотрудники правоохранительных. Сотрудники? Кто? Вы являетесь? Мы уточняем. Мы, смотрите. Вы пройдите, поуточняйте. Не, мы поуточняли. Нам я все говорят, просто в настоящий момент здесь нахожусь и смотрю. Просто, да? Да, просто смотрю.